Друзья, всем привет! Вы на канале Boston Technic, с вами Кубрин Влад, и сегодня у нас на обзоре МТЗ-82.1. 2013 года выпуска трактор с документами, с минимальной наработкой. Если говорить конкретно, то 1100 моточасов у трактора. Так, ну, сейчас я вам его буду показывать. Вот такой красавец. Свежая резина. Вложений трактор, по сути, не требует. Опять же повторюсь, ну, минимальная наработка, то есть какие, по сути, здесь могут быть вложения. Если что-то по мелочи так подделать, ну, это, в принципе, в любом тракторе, в любой технике. Опять же, кто как смотря работает. Трактор с учета снят, подготовлен к продаже. Так, не помню, говорил, не говорил. 2013 год выпуска у трактора. Навеска. Все в отличном состоянии. Треугольник тоже отдают вместе с трактором. Все кронштейны, все оригинальное, пальцы, кронштейны, все запчасти родные. Отличный трактор, друзья. В отличном состоянии. Это был канал Boston Technic. С вами был Кубрин Влад. Ну, а на обзоре у нас был МТЗ-82. Друзья, приезжайте, смотрите, забирайте. Трактор хороший. Я думаю, что договоримся с вами. Наверняка. Ладно, друзья, всем пока, до скорых встреч.